Декларирование доходов граждан. Сегодня явление добровольное. Подать декларацию о доходах за прошлый год согласно новому налоговому кодексу украинцы могут до 1 мая. Сделать это можно только по месту регистрации, говорят налоговые инспекции. Напоминаем, что обязательно должны задекларировать свои доходы граждане, которые в прошлом году получили иностранные доходы, наследство, подарки, инвестиционную прибыль от продажи акций и других корпоративных прав, а также любые другие доходы, по которым не был оплачен налог.